Из небытия вступаем в бытие, из бытия в небытие. Конец и начало не имеют грани. Неизвестно, что их порождает. Не постигнув, что есть внешнее, что внутреннее, как достичь беспристрастия? Внешнее, не имеющее за собой внешнего, это совершенное величие. Внутреннее, не имеющее ничего внутри себя, это высшая ценность. Способный познать высшее величие и высшую ценность, куда бы ни пошел, ему нет препятствий. Bye.